Московское шоссе перекроют. В понедельник стартует очередной этап реконструкции магистрали. На участке шоссе от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова разберут асфальтобетонное покрытие и продолжат строить тоннельный путепровод на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Автомобилисты уже предвкушают пробки на этом участке пути, но к ситуации относятся с пониманием. У нас всего два выезда из города, и в любом случае делать что-то надо, так или иначе. Если сейчас не сделаем, через два года будет еще хуже. Придется потерпеть лучше, чем ездить по кочкам. Кольцо сделают все-таки, в конце концов. И дорога, мне кажется, будет свободней. Такой, наверное, шанс, когда можно было не дождаться вообще этих ремонтов дорог, а тут такой шанс, когда все-таки дороги все сделают, развязки построят. Ну, потерпим год-два, сколько нужно, зато потом будем довольны ездить по хорошей дороге с хорошим развязком. Организация движений на этом участке полностью изменится. Схема согласована с ГИБДД. Движение автотранспорта будет осуществляться по вновь построенному боковому съезду параллельно Московскому шоссе. Дорога уже практически готова и прошла все экспертизы. Пока дорогой пользуются только пешеходы и велосипедисты, но совсем скоро она откроется для автомобилистов и будет выручать их на протяжении всего лета. Для проезда на проспект Кирова и к Барбошиной поляне объезд будет организован по улицам Димитрова и Молодежная. Из-за необходимости перекрыть участок Московского шоссе полностью изменится и схема движения общественного транспорта. Все подробности можно узнать на сайте администрации города. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».